Гарфилды. Итак, мы начинаем. С марта 1 числа начинается весна. Маме день 8 марта отмечает вся страна. Вот такие наши мамы. Мы всегда гордимся вами. Умными, спокойными. Будем вам достойными. Капли солнечного света, брызги солнечного лета. Мы несем сегодня в дом, дарим бабушке и маме. Thank you.
бабушке. Какой же дом? Вручаем маленькие цветы. Если был бы я девчонкой, я бы фамилии терял. Я бы на улице не прыгал, я бы рубашку застирал. Я бы вырвал кухню пол, я бы в комнате подмел. Перевел бы чашки, ложки, сам начистил бы картошки. Если игрушку сам, я бы ставил по местам. А чего ж мне девчонку? Я бы маме так помог, вам сразу молодчинка смог. Помимо наших мам, бабушек, у нас сегодня на празднике такие прекрасные красавицы, девочки, одноклассники. А мальчики те, кто у нас сейчас будет заряжаться, выходят. Пока девочки не Попробуем.
друзья, не напрасно вы задерживаетесь тут. Сейчас, девочки, мы с вами хотим познакомиться. Вот как ученик первого класса, вы знаете. Но как хозяев, мы вас еще не знаем. Что вы умеете делать, Вить? Вот что же умеешь готовить? Ну, громче. Блинчики умеешь готовить, да? Замечательно. Мать, ты что умеешь готовить? Тоже, да? Да, ты что умеешь готовить? Омлет умеешь готовить. Замечательно. Посмотрите, мальчики, какие девочки-то у нас, уже все умеют. Так, вот что ты приготовишь, да. Там еще был самый демон. Так, так, молодцы. Значит, вам не заставили труда поучаствовать в наших конкурсах, да? Итак, сейчас вспомним, как мальчики на рыцарском турнире, да? Стоим вот сюда жюри, в колонне вот так по одному. Вы из мешочка волшебного сейчас будете вынимать загадки. Будете их зачитывать. Не, не все сразу так, да? Вот для того, чтобы быть настоящей хозяйкой, да, нужно знать, что же вообще на кухне находится, какие предметы, да, чтобы что-то сделать, приготовить. Так, итак, если Вит, ты, например, не знаешь ответ на эту загадку, да, девочки, можете тоже отвечать, хорошо? А если уж и девочки не знают, мама будет помогать. Мама будет помогать. Да, итак, приготовились, пожалуйста, пожалуйста. Громко-громко. Мальчики. Я хочу. Больше греться не хочу. Омерзительность, терпение. Она еще не дочитала. Крышка громко. Зазвенела. Нет. Пейте чай. Пейте чай. Вода. Кипела. Чайник. Вот ручайники. Молодец. Молодец. Она подсказывает. Так. Сейчас работаете на свой результат. Ведь и раз отработаем. Так. Ей набили мясом рот. И она его жует. Жует и не глотает. В тарелку отправляет. Да, что это такое? Не так, ну, молодец, правильно. Так. Она бывает глубока, мелкой. Однако это не река, так что же это у нас? Тарелка. Умочка, тарелка, да. Да, умничка. Назовите помещение, которое используется для хранения и обработки продуктов. Что же это за помещение такое в доме? Ну, сейчас, может быть, Елена скажет. Елена, не знаешь? Кухня. Кухня, умница. Молодец. Так. Здесь, там, так, давай. Пошли. Так, еще. Коротышка под поясом по квартире ходит плясом. Пустится в присядку и сгребает мусор в охапку. Что это у нас такое? Швабра. Возможно, современные деньги не знают. Веник. Веник, да, Гуля. Гуля вручает цветочек. Так. И еще там где-то, да?
Женька, а слушайте внимательно. Жесткая, дырявая, колючая, корявая. Что ей на спину положит? Ага. Что это сейчас изложит? Что это такое? Ёжик. Чёрт. Хозяйка должна не только знать, что у нее на кухне есть, да? Подходите сюда. Итак, она должна даже с закрытыми глазами уметь различать овощи, фрукты. Собирается приготовить. Вот взяла и знает, что это такое. Вот вы сейчас запускаете руку в волшебный мешок, находите, там лежат и овощи, и фрукты. Вы на ощупь должны догадаться и сказать. Что же это такое? А потом нам достаете и показываете, а мы определяем, правильно вы определили или нет. Вот хотят на вас гости, зрители смотреть. Вот так вот, повернулись. А то же посмотрели. Это вот голова гостям, рука сюда. Вика, дайте старую. Мальчики, а какие вы у нас внимательные. Это огурец, ты говоришь, внимай, показывает. А здесь есть одна такая, огурец. Да, садись на место, так, дальше. Ой, все, уже надо не внимать, надо сказать, надо сказать, да, а потом уже достать. Лимон. Лимон? Лимон. Здесь есть лимон, да. Вика, ты иди. Надо. Девочки, отдайте немножечко. Помидор. Внимай, помидор говорит. Действительно, помидор. Да. Давай, Катюш, руку запускай. Картошка. Груша? Ну давай проверим. Здесь груша. Груша. Ромашка. Лучше, чтобы глаза не подглядывают. Внимай. Действительно мандарин. Они могут подглянуть. Ну это вы можете подглянуть, они не подглядывают. Они могут подглянуть. Вообще. Нет, я... Банан? Давай. Ой, нет. Мальчики приглашаем каждый мальчик.
Да еще раз придумать рекламу, презентовать свое блюдо. Итак, Виктория, ты готова первая, пожалуйста. Да.
Наполеон, императорский прям, да? Замечательно, умный. А вот как раз, вот у нас все так можно говорить, да? У мамы работают, у папы работают, что остается? Да, Саша? Пришлось приготовить самой, неси, пожалуйста. Она стесняется, но это тоже шедевр. Молодцы. Справились с задачей. Приготовила, спасибо.
Я
Спасибо им огромное.